милиция выбежала из горсовета. И, наверное, пацаны такие не зря в ту сторону пошли. Ого-го. Причем тут у них все искусств? Где пресса? Я не знал, что тут происходит. А, Юр, что тут происходит? Посмотришь, блин, в городе вообще ни одного бандита не должно быть. Сколько милиции. А что происходит? Что они охраняют и что мы тут стоим? Зажали, ну, вроде бы, говорят, у него парламентская корочка, ну, вытащили телефон, девка, и там первый номер Чикатило, блин. Это же известный сепар. Ага. Да. Поймали какого-то сепара. Я тоже, блядь, лягу костьми за нашу руку. А это мальчик, это действительно сотрудник прокуратуры, его фамилия Медведь. Мы можем, пойдемте, мы вам покажем удостоверение. Так его, понимаете, его сразу попросили покажи. Я нормально. Он испугался, наверное, ребят. Хорошо. Где забирать никто не будет. Я вам сейчас скажу, просто докладывают, как обстановка, не больше, не меньше. Хорошо, почему у него номер? Чикатило. А? У нас здесь нет, его фамилия Медведь. Нет, у него это вызов. И он вырвал у него телефон, выпал. Вот хозяин вам. Вы еще говорите, зачем это самое? Я привел кого-то.